Привет, мы Стас Давыдов. Палец вверх, если вы заметили, что это не так. У Стаса сегодня не получилось провести выпуск, потому что он, цитирую, бесконечно занят. Именно поэтому он позвал вести этот выпуск лучших людей. А когда они отказались, он позвонил нам. Понеслась. Махнули. Заходит как-то мужчина в магазин примерить шляпу. А там наше первое видео. Смотрим. Как раз. Ну? Ну? На что парень еще рассчитывал? Он правильно получил пощечину? Он же просто пялился на рыбу, а она ведь была голая. Явно у этого мальчишки в городе не было нудистского пляжа. Лично я-то уже в 3 года понял, что нельзя просто так брать и рассматривать загорающих впритык. Не то чтобы меня били, но, знаете, это был мужской пляж, а об этом было мало приятного. Я не могу понять, почему его папа смеется, на чьей стороне вообще? Ну, его не видно в кадре, может он папа рыбы? С чего мы вообще взяли, что это рыба-женщина? Возможно, это самец, и он, как подобает всем господам, просто вызвал юнца на дуэль. Хвостом. Хвостом. Ром, ты тупой! Рыба же не носит перчаток! А помнишь те времена, когда шатающийся молочный зуб нужно было привязать ниточкой к двери, сидеть полчаса ждать, пока кто-то откроет эту дверь, чтобы и навсегда от него избавиться? Сейчас можно просто прийти на рыбалку и отведать леща. Хек. Кстати, это видео прислал Гриб Мухомор. Конечно, мы все по-разному относимся к бомжу Компоту, но черт, он сделал сильный прорыв для человечества. Если тебе мешает школьник, теперь ты можешь просто хлебануть ему в татарник. Главное, чтобы мальчик сильно не расстраивался и понимал, что в море еще полно рыбы. И это хорошо. То есть непонятно, хорошо ли это для него, но для нас это хорошо. Следующее видео нам прислал Стасик и команда. То есть они нашли его сами. Ты мой дойду, но? Как же все-таки неоднозначно называется это видео? Старый сумасшедший мужчина просто хочет перевести свою трубу. Трубу? Самое время для калейдоскопа шуток про трубу. Я, кстати, тоже часто перевожу огромную трубу в своей машине. И знаете, в чем здесь шутка? А кажется, в том, да. Что... в том, что у меня нет водительских прав. Калейдоскоп шуток про трубу. Что если это музыкальный инструмент труба? Я уже вижу, как он торчит из оркестровой ямы. Класс. А я торчу с твоих шуток, Жень. Про трубу. Что-то батерну каду зоту? О, визинь. О, что-то кабанку каду зоту? Зачем он вообще с ним разговаривает? Он же мог, как все соседи, просто постучать ему в трубу. Шутки сами знаете про что. Я понял! Этот старый сумасшедший бразилец просто решил возродить старую сумасшедшую традицию лимбо радикальным путем. Он просто давил газ в пол, и те, кто хотели жить, зажигательно пригинались. А, вот знаешь, иногда говорят, тебе труба, в смысле тебе конец, кирдык, хана. Знаю. Мне кажется, не тот случай. Это не тот случай, и это хорошо. А следующее видео нам прислал... Давай, Володька, стукни. Цаепионис. Сначала мы подумали, что это вирусная реклама Galaxy S6. Но если присмотреться, это тапок. Ну, вообще, когда я впервые увидел это видео, я подумал, что изюминка в том, что он щурится. То есть, зачем ему щуриться? Он же азиат. Мне даже кажется, я знаю, как они сошлись с его девушкой. Он просто как-то сказал ей, знаешь, между нами много общего. Я тоже симулирую. Чего только не придумаешь от скуки в армии. Мало того, что это хорошая шутка, так это еще отличный трек в стиле минимал техно. Более того, мне кажется, это отличная иллюстрация суровости российских гангстер-рэперов. Гангстер-рэперов. Эй, ты, Вася! Ты нам не нравишься! Эй, ты, Вася! Ты нам не нравишься! Есть ощущение, что к ним скоро придет сосед снизу, тоже с пистолетом, но на этот раз заряженным. Бэм!
Теперь мне понятно, почему, когда я охотился с тапком за тараканами, мой отец в соседней комнате стал верещать: «Не стреляйте, у меня ребенок!» Хотя какой я ребенок? Я даже в цирк хожу по взрослым билетам. А я затариваюсь в уголке пенсионера. Взрослота? Ну, возможно, какого-то впечатлительного мима он все-таки убил. Потому что трудно попасть мимо. Мимо. А? Фух, мне кажется, мы здорово у вас тут повеселились, и было бы честно пригласить вас на наш канал «Ровное место», чтобы вы там как следует повеселились и как следует подписались. Конечно же, не забудьте подписаться на канал «ДСС Хорошо». Видео на обзор присылайте вот сюда, а ваши «Это хорошо» к ним на Яндекс.Почту. Пока!